Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами свежим буксом. Называется B-Books, где мы абсолютно без вложений дают нам возможность на просмотре сайтов, то есть серфинги, зарабатывать денежку. Стартовал букс сегодня, друзья. Старт 2.11.21 год. И всего участников еще 18. Значит, минимальный вывод отсюда на бесплатном аккаунте от 50 рублей. Но при регистрации нам дают бонус 5 рублей на рекламный баланс и один день членства. Как бы один день апгрейда. Регистрация здесь наипростейшая. Прописываем имя, фамилия, имейл, повтор имейла, логин, два раза пароль, ставите галочку, нажимаете регистр. Ход по логину и паролю. Только что я зарегистрировалась. Загружается шкала. И мы попадаем на домашнюю страничку, друзья. Значит, здесь наша домашняя страничка. Наша статистика, вот этих 5 рублей наших. Значит, и от членства membership baby. Апгрейд заканчивается завтра, 3.11 на день. Сегодня у нас 2 ноября. Значит, ну давайте пройдемся сразу по вкладочкам, по меню. Значит, это наша домашняя страничка. Здесь можно пополнять баланс. Одна платежка здесь Payeer и с аккаунта баланса. Также можно пополнять. Далее. Апгрейд. Значит, на бесплатном стандарт. Это бесплатный аккаунт. Минимум на вывод 50 рублей. А на апгрейде здесь от 10 рублей. Вот. Можно как здесь с рекламного баланса. Можно напрямую с кошелька. Это по желанию. Букс абсолютно без вложений. Возвращаемся. Так, вывод. Так как у нас дан апгрейд у нас на один день, у нас здесь стоит минимум 10 рублей. Я же напишу, что минималка на вывод от 50 рублей. Так как в основном все работают без вложений. Во вкладочке баннеры находится наша, друзья, партнерская ссылочка и два баннера. Далее, персональные настройки у нас. Что здесь? Email адрес. Здесь я всегда ставлю yes. Прописываем платежный реквизит. Сюда вставляем пароль, которую указывали при регистрации. Вот видите, нужно быть внимательным. Прописываем Payeer и сохраняем. Нет, конечно, все зелененьким загорелось. Проверяем. Все, кошелек сохранен. Далее здесь будут отображаться наши партнеры. Но здесь рандомный. Вот то, что нам дали бонус на рекламный баланс, ребятки, нам его никуда. Так как если купить реферала, он здесь стоит один реферал 10 рублей. И их ни туда, ни сюда. Если только пополнить, ну, пополнить еще на 5 рублей и купить одного реферала. Вот как-то так. Вот. Ну, а здесь у нас история. История депозита у меня, естественно, по нулям. И будет история вывода. Также по нулям. Теперь как здесь зарабатывать? Кликаем Earn Money, VIF ADS, как всегда. Ну, все как положено. И вот у нас на апгрейде по 40 копеек. Плюс 1 point. Давайте одну посмотрим. Кликаем сюда. И ждем, когда у нас загрузится шкала. Что у нас? А здесь игру рекламу. Вот такая шкала, видите, да? Вот интересная. Будем надеяться, что букс даст нам заработать. И, ух, ёлы-палы. Что здесь надо выбирать?
А здесь надо вот перевернутая картинка. Видите, все картиночки как бы такие, а вот одна перевернутая. И мы выбираем вот такую перевернутую картинку. Все, и нам зачет. Понятненько. И вот сколько здесь? 8 рекламок. Ну и неплохо. Возвращаемся в аккаунт. Далее, что здесь рекламить? Я в таких проектах и почти как бы и не рекламлю, хотя здесь баннеры. Это сколько у нас здесь баннер? 1000 кредитов. Так, 1000 кредитов, 25 рублей. Угу. Ну, вот как-то так, если только баннеры. Далее, что? Форм. Обязательно обращайте внимание на форум. Я всегда говорю, здесь постоянно есть какая-то информация. Но так как букс только спустился, еще ее здесь как бы и нет. Вот. Участники будут писать, как бы, ну, как бы еще платежи, естественно, нет, так как еще только вот он запустился буквально вот. И как бы вот я увидела. И зарегистрировалась. Кому интересно, заходим. Не интересно, проходим мимо. Будет что выводить. Естественно, я проверю этот бокс на вывод. Хотя вы можете уже насобирать, просмотреть рекламку, посмотреть, сколько там будет копеек у нас. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.